По словам работников областной избирательной комиссии, в ходе голосования от избирателей и наблюдателей поступило более полутора десятков жалоб. По итогам голосования главой Заборьевского сельского поселения избран Виктор Сидоров. Отметим, что до момента выборов он временно возглавлял местную администрацию. Результаты выборов следующий победил. Кандидат, выдвинутый «Единой России», это Сидоров Виктор Григорьевич. За него было отдано 1363 голоса, что составило 81,13%. Также надо сказать, что явка на выборах в Заборьевском сельском поселении была весьма высокой. На участке пришло более половины избирателей.